Еще раз всем добрый вечер. Я буду краткая. Мы действительно немножко выбиваемся из расписания, но все в порядке. Мне хотелось бы всем выразить большую благодарность, что вы просто супер хорошо следили за моими сигналами и практически все уложились в определенное время. Мне хотелось бы отметить, что у нас в сессии импровизации ответы на вопросы все укладывались до 2 минут. Это на самом деле очень здорово. Также мне хотелось отметить рецензентов, которые, соответственно, за свои 3 минуты давали супер полезную информацию и также укладывались плюс-минус в свои рамки. На время прошу обратить внимание в следующий раз, это Максиму, который чуть-чуть не уложился в свой лимит, и Веру, тоже немножко не уложилось. В остальном, в общем, все отлично. Всем спасибо. Так, друзья, у нас, во-первых, спасибо, Леонид, тебе за свой отчет. Помните все, что наше время нам очень дорого и очень ценно. Еще бы хотелось бы сказать пару слов о том, что в нашем клубе, ну, к сожалению, наблюдая за несколько раз, что мы с встречами, происходит такая штука, как технические заминки при использовании Zoom. Я думаю, что надо обратить на это внимание. И если у кого-то планируется какая-то презентация или какая-то викторина, то этот вопрос лучше, конечно, решить заранее с ведущим, чтобы ведущий дал возможность демонстрировать экран заранее и сам пробовать это на своих домашних друзьях, чтобы просто мы не тратили время нашей встречи на технические заминки.